Всем привет! Сегодня получил с почты посылку с Америки от фирмы Спайдерко с завода. Вот. И здесь должны у нас лежать интересные ножички с интересными сталями. Сейчас посмотрим, не терпится. Перед тем, как открыть, я не знаю, стоит, не стоит рассказывать. Опять сюрприз от нашей, в этот раз уже, наверное, не почты, а таможни. Вот, то есть эта посылка была заказана уже больше, наверное, 2 месяца назад. Вот, по необъяснимым причинам Почта России развернула, не Почта России, таможня развернула обратно. Непонятно что и как. И, короче говоря, месяц блуждала по России и США. И вот фирма, завод, производитель Спайдерко получил обратно, выслал еще раз. Повторно. И в этот раз очень оперативно, в течение буквально там 7-8 дней, эта посылка дошла для меня. Вот. Если вкратце рассказать, вот такая вот история была. Не все гладко, как обычно. Так, ну вот они, большие коробки. Одна почему-то поврежденная. Заклеена скотчем. Неприкольно. Вторая вроде целенькая. Здесь у нас инвойс от Спайдерки. Вот буклетики есть. Буклетики по ощущениям уже даже какие-то помятые. То ли они завода были, то ли они помялись, пока путешествовали туда и сюда. Вот, кстати, интересные образцы здесь есть, что посмотреть. Ну, давайте вернемся к ножичкам. А ножи здесь у нас вот такие. Multim со сталью S110V. Я взял 2 образца. На руки давалось не больше 2 ножей. Вот я воспользовался возможностью. До этого никогда в руках не держал. Понятия не имею, что за ножи. Вот. Видел только на фотографиях и на всяких там видеообзорчиках. Вот. Ну, надеюсь, не косячные. Упаковано вот так вот. Спайдерко S110V Тайхунг, Тайвань. Такой вот маленький такой ножичек. Слышал я, что он похож на Tenacious. Походу так оно и есть. Размеры все, в принципе, это Tenacious, только фиксит. Вот. Ой. Еще сразу вопрос зрителям, может быть, любителям этих ножей. Вот мне интересно, 110V это где-нибудь здесь она напаяна? Или это вот эта вся сталь, она 110V? Вот этот вопрос меня интересует. Вот, что касается центровки. Так, вроде все по центру. Заточка, ох, отличная. Заточка просто шикарная. Сейчас мы на листике проверим. Режет классно. По всей длине все четко. Ну, первый образец отличный. Посмотрим на второй образец. Надеюсь, он тоже нормальный. Тоже здесь повреждения какие-то. То ли из-за транспортировки, то ли из-за чего, не знаю. Все упаковано так же. Так, центровочка у нас. Ну, вроде никак. Никакой кривизны нету. Люфтов нет, но все четко. Сталь у нас такая же, 110V. Заточка.
Такая же вроде бы. Сейчас проверим. Здесь похуже. Здесь заточка похуже. Чувствуется. Вот. А почему она здесь лучше, там хуже, непонятно. Ну, короче, вот такие вот два мула пришли ко мне. Теперь будем делать рукоятки, кастомизировать и превращать их в куколки. Вот так вот. Ну что, всем спасибо за просмотр. Всем удачи.